Всем привет! Вышли с Азадой, с Линчем и хозяином Линча на прогулку. Сейчас немного погуляем и постараемся заснять вам что-нибудь интересное. Хозяин Линча пошел в магазин, и Линч переживает сидеть. Линч, медведь, вообще взгляд не убирает, даже на меня не смотрит. Сзади будем поиграть. Скучает по нему вечно. Как его увидит, все, даже имя просто называешь дома. Оно уже скулит. Нападай на него. Холодно, да? Не холодно, ветер холодный у нас, да? 9 градусов. Пришел на зверосовхоз, у нас здесь. Как-нибудь попробую договориться с охраной, чтобы показать вам. У нас здесь есть норки, лисы, писец. И тут очень большие собаки, вообще очень классные большие собаки. А зада там сзади скулит. Ветер дует, поэтому прошу прощения за звук. Сейчас постараюсь вам показать. Тут есть такие красавцы, они метисы, но такие просто вообще очень классные. Посмотрите только на него. Иди сюда, на. Старушки, вот он, смотрите, какой красавец. Огромный. На, мой хороший. Иди сюда, иди. Кушают они здесь вообще отлично. Но не подходят. Вот есть тоже. Это вот брат этого красавца. Хороший мальчик, руку не буду. Ну и огроменные. Там нас держит лис, писец, норки. Красавцы. Это уже старенький собака, а это вот молодняк. Два кобеля. Не подходят они. А вот бегут, смотрите. Иди сюда, эй! Сейчас охрана меня увидит. Выскочит за мной. Ну что, потом мы договоримся и пойдем. Сниму я вам норок, писца, там, лис. Куча. То есть, я думаю, вам понравится. Елочка, смотрите, наверху. Классно. Пришли здесь, у нас за норками есть старая речка, и мы вот пришли посмотреть, все застывшее. Сейчас опять собак вам покажу этих. Ходят, бродят, вообще огромные у них вольеры такие. Сейчас назад шел, и вот когда пошел норок снимал, Вадим, хозяин Линча, держал сзаду, чтобы она со мной не пошла. И она так там волновалась за мной, скулела, визжала. По итогу отпустили, аж прыгнула на меня, блин. Сейчас покажу вам этих собак. И у них вот наследственное. Именно вот у вот этого рода, да, ну как, не рода, поколения, да. Я их еще щенками видел. У них ухо у всех загнутое.
Прямо у всех, их там 5 щенков было. У всех ухо загнутое. Сейчас покажу вам их. Вот Азада. И вон эти два красавца. Чё там, Азада? Кто там? А? Кто там, девочка? Собаки там, да? Ну, очень тут жирные такие псы вообще. Вон тот вообще красавец просто. Иди посмотри. Иди посмотри, девочка, пошли. Давай, иди посмотри. Только колючек, пожалуйста, не собирай. Иди, иди, иди познакомься. Пошли. Пойдешь? Ну, Азада у меня не агрессор, она нормальная в этом плане, она молодец. Контактная с собаками. Вот это вообще красавчик просто, вот с ушами загнутыми. Вот и Линч. Линчу тоже интересно. Это зэки, зэки, наши зэки. Вот этот красавец, смотрите на него просто. Позвонили и, блин, видео прервалось. На его лапы посмотрите. Хорош, хорош, это девочка. Ну не злись, не злись. Хорошая девочка. Злится, злится, смотрите как. Вот он, мужик просто. Шея какая богатырская, голова вообще просто камень. Как бы тебя погладить, а? Иди сюда, эй. Он трусливый, не такой. И вот моя засранище. Главное, что не боится, молодец. Эй, я бежал. Аж пена вот та, смотрите, слюна. Потом мы зайдем обязательно вот сюда. Вот, видите, вот эта ферма, все здесь стоят. Туда обязательно зайдем, снимем все. Потом там дальше, за лесом, вон там, вон, ферма у моего друга есть. Там тоже поснимем, там много коров, быков, барашек, лошадей, куриц, все есть. Пошли, Азада, давай, Линч, вперед. Молодцы, дружные. Ждет, ждет. Пошли с Азадой домой. Замерзли капец вообще. Хотя не сильно холодно, у нас минус 9 градусов. Но, короче, ветер холодный просто. Вот Азада. Где она? Азада, сиди, девочка, умница моя, хорошая, пошли. Вот, угадайте, пес, который светлый был, Валерий, с ушами поджатыми, крупными, которым мне все понравилось, я вам говорил. Угадайте, каких кровей он, кто с кем смешанный, будет интересно ваше мнение узнать. Это метис. Метис крупной породы, вы все сами увидели. Очень классно, вообще их там двое, два брата. Очень мне понравились, я их еще щенками видел. Ну, я знаю, кто это. И давайте сделаем такой момент. Пускай кто-нибудь из вас угадает это в комментариях. Пишите, не стесняйтесь, я всем отвечу. И тот, кто угадал, я в следующем видео скажу. Вот так. Сейчас мы пошли с Азадой домой. Всем спасибо, кто смотрел. Напишите в комментариях также, хотели бы вы увидеть ферму этих норок, чтобы я зашел туда, приблизил все это. Вот. Всем пока.
закончил видео уже, ну не мог не заснять это, просто смотрите, зеленый лес и солнце светит так вот на деревья, очень классно. Это у нас вот видите, поваренные веточки, это электросети приезжали, чтобы на столбы ветки не залазили, повалили все. Очень так прям классик, красиво. А задушка вот моя рядом идет. Набегалась, устала. Ну все, теперь точно. Всем пока. Пишите хорошие комментарии ваши. Даже плохие пишите. Буду всем рад. Ставьте лайки, не забывайте.